Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня мы с вами будем проводить тест ниток «Хлопок Лен», называется «Кудельница», производитель предельно-ниточный комбинат имени Кирова, находящийся в Санкт-Петербурге. У меня есть два цвета, натуральный и желтый покраски. И сейчас мы будем смотреть, как эти нитки ведут себя при вязании на вязальной машинке и при влажно-тепловой обработке. Когда берешь ниточки, первое ощущение, что естественные покраски нитки гораздо мягче. Они очень приятные на ощупь. Ниточки с окраской чуть-чуть погрубее. Это такое чисто пока еще субъективное ощущение. Мы должны посмотреть, как эти нитки будут вести себя в готовом полотне. Вязать будем на вязальной машинке Silver Reed 840. Машина очень нежная и хлопковые, чисто хлопковые нитки не очень любит. Но вы видите полотно, я сейчас провязываю, никаких рывков. Вяжет очень мягко, легко. Без проблем, ничего не тянет, петельки ровные. Полотно идеально. И, что интересно, оно не перекашивается на машинке. То есть нитки имеют хорошее кручение. Они не перекашиваются в сторону. Полотно ровное, гладкое. Никаких комочков. Очень прилично смотрится, легко вяжется на средней плотности. Мы провязали два образца. И сейчас один выстираем, а второй обработаем парогенератором. Посмотрим, как эта ниточка будет вести себя после обработки водой. Ну, уже чувствуется, насколько мягко и приятно на ощупь полотно получается. Так, первый образец мы стираем. Стирать горячей водой не надо, причем всегда, прежде чем проводить какую-то обработку вязаного полотна, обязательно посмотрите условное обозначение на упаковке, как обращаться с этой пряжей. Потому что такие вещи стирать в стиральной машинке нельзя. Только ручная стирка, причем не агрессивными моющими средствами. Мыло, детский шампунь. То есть не надо суперочищающими порошками стирать, если вы не хотите, чтобы ваше полотно полиняло. Смотрите всегда этикетку. Если в соответствии с этикеткой производить обработку, никаких проблем у вас не будет. Вот, уже видно, что немножко полотно подсело. Сейчас мы его просушим и посмотрим, что с ним будет дальше. Второй образец мы сейчас обработаем парогенератором. Паровым ударом отправляется прямо на глазах. Становятся петельки ровненькие, гладенькие, усаживаются одна к одной. Полотно приобретает свой уже окончательный вид. Ждем, когда просохнет, и будем сравнивать оба образца. Вот наши два образца. После обработки паром необыкновенно мягкое, настолько приятное полотно. Вот так и хочется связать себе такую майку и не снимать ее. Ощущение чисто тактильное, очень приятное. Это при том, что лен и хлопок. Очень мягко. Абсолютно аналогично смотрится, ощущается и желтое полотно, несмотря на то, что первоначально эта нитка казалась немножко погрубее. На теле, я думаю, что это будет идеальное полотно. Хлопок в сальном. Для летних вещей, наверное, самый лучший состав. Пятерка по всем ощущениям. То есть мне нитки очень понравились, рекомендую обязательно связать что-то именно из этих ниточек. Хлопок лен, кудельница, нитки для ручного и машинного вязания. Они так и подписаны. Для машинного вязания на 100% подходят.
Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.